Друзья, всем привет! Меня зовут Кирилл, я руководитель компании МБЛ. В этом ролике хочу поделиться с вами разными этапами строительства моей квартиры. В ролике будут фрагменты получения ключей от квартиры, а также моменты строительства, какую мебель я подобрал для своего проекта. Так что смотрите, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, понравилось вам или нет. Застройщик у нас гонконговская компания. Вот здесь вот есть искусственный пруд, или можно назвать озеро. Самоочищающееся, никаких запахов не присутствует. Очень системно все убирают. Бассейн, тренажерные залы и прочее-прочее все присутствует у нас здесь в компаунде. Честно говоря, в Китае редко встретишь такие красивые места. Поэтому меня просто это место остановило, и я сделал свой выбор именно здесь. Квартиру выбрали на 11 этаже с видом на озеро. Очень красивую. Буду вам все показывать в ролике. Документации подписано. Подарили нам подарки, какие-то там купоны. Это у них праздничная открытка для тех, кто в этой компании приобретает. Подарили какие-то очень элитные палочки из красного дерева. Так, мы приехали к нашей квартире. Вот здесь, вот смотрите, уже цветы как оформили красиво. Сейчас будем знакомиться с охранниками. Это вот так вот китайцы сдают квартиры. Да, вот сейчас нас будут фотографировать. Так, пойдем принимать квартиру. Я смотрю, там они несут золотые ножницы. Сейчас будем разрезать ленточку, я так понял. Это уже наш двор. Уже в порядок привели. Деревья посадили. Вот наш дом. Здесь есть вот и по Face ID, по лицу открываются двери. Есть у нас отдельно карточки. Спасибо. Первая квартира в моей жизни. О, Сисе, все, открыли квартиру. По китайской традиции мы принимаем квартиру, и по китайским обычаям, чтобы полная чаша была в доме, нужно, чтобы были вот орехи, рис. Разные, да, по традициям, да. Но мы будем сейчас смотреть квартиру, да. Здесь у нас ветерочек такой приятный. Да, вид с балкона здесь. В этом вся фишка, что вот так вот будем с утра и вечером смотреть закат и рассвет здесь. Видишь, как тут и озеро видно у нас. Да, внизу зелень. Пойдем посмотрим всю квартиру. Но балкон у нас бомбический. Тут лампы не повесили уже. А, вот смотри, здесь еще в коридоре есть подсветочка такая. Мы ее не видели. Вот санузел у нас тут. Прямо, но это фирменные полотенца уже их. Total унитаз. Качество хорошее, да? Total сантехника японская. Только что эти вот решетки меня смущают. Вытяжка есть. Наверху подсветочка есть. Здесь вот так узорчиком сделано. Замазочка такая, да? Так, здесь у нас гардеробная планируется. Здесь мой кабинет. Здесь вот такой вот есть еще один санузел. Там мастер. Бедрум, электроунитаз, то-то умывальник, то-то сантехника. Все работает. Это у нас сейчас 27 ноября. Птички поют, зеленые деревья. Так как у нас юг Китая, субтропический климат, здесь минимальная температура 10 где-то градусов тепла. Максимум 44, где-то так, в середине лета. Я иду сейчас по компаунду, посмотрите. Все достаточно убрано, чисто. Голубое небо наконец-таки в Китае появилось за эти годы. Ранее я за такой природой летал в Россию, в Беларусь подышать. А сейчас
все у нас есть уже в Китае на месте. Да, высаживают всегда готовые уже такие вот растения. Цветут они круглый год. Есть и акации, деревья, прочие тропические. Важное отличие, что обычно в Китае высокие дома, по 50 этажей, много лифтов. Я вот этого всего не хотел, пересмотрел кучу квартир. Выбрал эту, потому что здесь всего 11 этажей. Вокруг одна зелень, тихо, спокойно. Да, от работы где-то ехать минут 30 за рулем. Здесь нету рядом метро, планируется ветка. Рядом у нас железнодорожный вокзал есть и аэропорт. Ну, как-то так не замечал. Самолеты не шумят, здесь он не такой активный. А компаунд вообще тихий. И после рабочего дня сюда возвращаться куда приятнее. Потому что всегда приходилось жить в больших городах. Гуанчжоу, в Шанхае, в Пекине. Я в центре города всегда снимал квартиры. И где-то все-таки шум, децибелы, пыль. Со временем я начал на это обращать внимание. В каком-то возрасте, просто не обращаешь внимания, работаешь день и ночь. А потом приходит момент, когда нужно, уже строитель, смотрите, наш строитель, бригадир поехал. Сейчас иду с ним разговаривать по поводу моментов там всех строительства. Продолжу мысль. В определенный момент все-таки понимаешь, что нужна природа, а в Китае природу взять — это такой уникальный случай, скажу вам честно. Потому что население большое, везде строят очень много современных зданий, и вот такие вот места очень сложно найти. По крайней мере, для меня это уже ценно. Я уже надвигался, поэтому мне наоборот надо тишина и спокойствие. Потому что я, когда работаю, очень много перемещаюсь по фабрикам, на встречах постоянно. Нужно с этого всего вакуума выскочить, приехать в тихое место. Голову ломал по поводу интерьера. Дизайнер помогла изменить планировку немного в квартире, чтобы увеличить мастер-бедрум и гардеробную. Буду вам все показывать в ролике. Так что смотрите и не переключайтесь. Пишите комменты, как вам вот такой лайфстайл видео. Интересно или нет смотреть. Будем на связи. Всем доброе утро. Приехали на квартиру. Сегодня 19 ноября. Начинается стройка. Уже строительная бригада. 8:30 на месте. Мы вот опаздываем на часик. Идем вот с руководителем компании по бесшовным обоям. Он тоже хочет переговорить со строителями, как подготовили, чтобы стенки нам правильно. У меня уже смета на руках. Будем обсуждать детали. И сегодня должны уже ломать стены. Сейчас вам все покажем. Не переключайтесь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Вот видите, как в Китае начинается стройка. Сначала все обклеивают, чтобы элементы не повредились. Здесь разрешение уже получили, строительная бригада. Что они будут делать, все написано. А мы будем заходить. Вот наши строители. Там женщины какие-то стучат. Видишь, это они обклеивают стекла, это уже кухня у нас обклеена. Мы планируем поднять пол, от застройщика эту плитку снять. Дальше пойдем смотреть, потому что там будут у нас ломать стены. Так, здесь уже все обклеили. Вот, смотрите, уже тут строитель поднимает ламинат. Мы решили поднять пол и постелить по всей квартире паркет. Вот как раз заодно посмотрим, какой здесь вариант был постелен. Такой паркет был от застройщика. Попроще, мы потолще будем стелить. Уже оторвали плинтуса. Вот эту стену будем сносить. Потолок будем здесь сломать. Здесь будет дверь. И вот эту стену тоже будем сносить. Может быть, сейчас вам даже покажем, как это будет процедура начинаться. Это вот мастер-бедрум. Конечно, потолок будет тоже ломаться. И вот эта часть потолка. Тут уже санузел они заклеили. Здесь будет прямой проход в гардеробную. Таким образом, у нас будет мастер-бедрум и гардеробная совмещенная вместе. Вот этой части не будет. И посмотрим, что получится. Серьезно. Мощно. Пробил насквозь. Пеноблоки пробиты. Начало положено.
кстати, дерево акация. Очень много его растет у нас здесь на юге Китая. Есть даже у нас одна фабрика, которая производит уникальную органик мебель именно из этого дерева. И вот, смотрите, густо засажено разными деревьями здесь у нас на территории. Вот здесь вот уже компаунд. Я вот так по кругу иду. Еще у нас паркинг не открыли в минус первом этаже. Пока вот это все машины строителей. Видите, свежий асфальт положили. Вот наш бригадир. Так, это нет, это вот охранник, а вот бригадир. Очень веселый дядька. Сейчас покажу вам. Нихао. Как дела? Пришел на квартиру, вот я на 11 этаже. Сейчас вам покажу, на каком этапе у нас тут идет процесс. Так вот, смотрите, строительная компания обязательно обклеивает так вот коридоры. И здесь уже от застройщика была плитка такая, недорогая, совсем такой примитивный цвет. Мы решили поднять ее, и здесь будем стелить паркет. Паркет уже согласовали, сейчас жду 3D-визуализацию, какого цвета. Кухню я решил оставить, вообще ничего не трогать. Там хорошая бытовая техника, Siemens и Blum направляющие, только может фасады поменяю. Так вот, здесь розетки будем менять, уже все подоставали. Видите, они сейчас будут стяжку делать на полу под паркет. Рабочие отдыхают, вот обед у них. Нихао. Вот наш вид красивый, вот бригадир. Вот здесь, посмотрите, вид какой. Вот это меня сподвигнуло именно выбрать эту квартиру из-за этого шикарного вида. Это зал. Планировка у нас уже готова. Такой вот коридор. Подняли полы. Здесь у нас детская. Ничего не меняем. Только пол вот подняли. И будем стелить здесь паркет. Здесь по коридору везде паркет. И вот здесь вот мы решили сделать перепланировку. Так, у нас вот здесь вот санузел, он заклеен. Там мы его не трогаем. И там санузел не трогаем от застройщика. Очень классно все сделано. То-то сантехника оригинальная, японская. Значит, здесь вот мы решили вот эту комнату и мастер-бедрум совместить. Это вот мастер-бедрум. Меняем, вот видите, уже стена стоит. Здесь будут переноситься розетки на стенку. Здесь у нас несущая балка есть. Конечно, момент такой, что отступ у нас лишний появится. Тут тяжело было решить этот вопрос, но ничего страшного. Вот уже стенку выставляют. Здесь будет комод стоять и кровать вот по левую сторону. Вот розетки по бокам. Все четко. Видите, у китайцев какие широкие подоконники. Мраморный подоконник. Вид у нас тут тоже есть. Обклеили стекла. Видите, радиаторов нету на юге Китая нигде. В общем, вот так вот сейчас покажу. Вот мы меняем стену. Там за стеной это уже мой кабинет. Здесь вот видите сразу проход в гардеробную. Здесь будет две большие двери раздвижные. Где-то высота 2,70 здесь до потолка. Ну, сделаем двери 2,30 где-то. И будет здесь вот у нас гардеробная большая, о чем мы мечтали. Значит, вот здесь вот кабинет. Уже понятно, как планировка кабинета делается. Здесь будут стеллажи внутри, вот эти шкафы встроены. И уже кабинет непосредственно. И вот здесь вот будет у нас находиться общая дверь. Кабинет, в гардеробную и в спальню. То есть так делится квартира на две части. Надеюсь, все получится красиво. Так очень быстро китайцы делают ремонт. Ну, то есть я подписал контракт, это за неделю все подняли, вывезли, утилизацию сделали, то есть всех вот этих материалов. Уже 3 декабря у нас снимают двери. Я еще двери меняю во всех комнатах. От застройщика они такие достаточно простые были. Но решили поменять двери, чтобы все в одной стилистике было. И уже 3 декабря я заказываю двери, заказываю паркет. Где-то производство дверей 50 дней. Паркет почти весь в наличии есть. Будем его стелить, когда сделают стяжку на полу. И буду вам эти моменты все дальше показывать. В общем, процесс идет быстрыми темпами. Надеюсь, все получится здорово. Смотрите, не переключайтесь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Поехали дальше строить квартиру. Классная погода, 22 градуса. Поговорил с этими строителями, бригадирами. К середине декабря сделают полностью стяжку, полы и прочее. Мне уже надо быстрее даже заказывать паркет, двери и мебель. А так вот пока гуляю по компаунду, наслаждаюсь хорошей погодой и выходными. Всем привет, хорошего дня и отличного настроения. До связи, друзья.